Начните свои выходные с просмотра хорошего фильма. 23 сентября в 11:00 в кинотеатре «Искра» состоится бесплатный показ киноленты «Свинарка и пастух». Музыкальная комедия Ивана Пырьева о скромной вологодской свинарке Глаше, которую посылают в Москву на всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Там она встречается с дагестанским пастухом. Расставаясь, Глаша и Мусаип обещают писать друг другу и встретиться на выставке через год. Но на их пути встает конюх Кузьма, тоже влюбленный в Глашу. Многим знакомо продолжение этой истории. Приходите! А вот музей-заповедник Горки-Ленинский приглашает вас на спектакль «За 39 земель». Зрители ждут волшебство и чудеса 39-го царства, козни Бабы-Яги и Кощея Бессмертного, говорящий кот и многие другие сказочные персонажи. Как и положено, в результате упорной борьбы добро одержит победу над злом и восторжествует дружба и любовь. Спектакль состоится 23 сентября в 12:00. Билеты приобретайте в кассах музея. В этот же день, но уже в 16:00, Территориальный совет молодежи «Старый город» совместно с Территориальным советом молодежи «Завидное» запускают «Бумеранг добра». В Видновской школе номер 7 пройдет благотворительный вечер «Жизнь сквозь строки». На мероприятии будут работать интерактивные зоны, хендмейд-ярмарка, мастер-класс, концертная программа и, конечно же, дискотека. Не оставайтесь равнодушными, ждем каждого желающего. Также 23 сентября вашему вниманию Московский цирк представляет новое шоу «Планета животных». Представление состоится в кинотеатре «Искра». В программе принимают участие дрессированные животные – обезьяны, попугаи, кошки, собаки и голуби. Гвоздем программы станет гималайский медведь-жиган. На протяжении всего представления вас будет радовать и веселить комический дуэт «Мадам Пу». Начало в 17:00. В воскресенье 24 сентября жители поселка Новомолоково отмечают День жилого комплекса. Мероприятия начнутся в 11:00 и продолжатся до самого вечера. Вас будет ждать увлекательная анимационная программа «Зверополис» в гостях у жителей Новомолоково, творческие мастер-классы, а также благотворительная кулинарная ярмарка «Плоды лета». В 15:00 пройдет семинар для родителей с семейным психологом, а в 17:00 от культурного центра стартует велоквест, который организует Территориальный совет молодежи. А любители эпохи свинга, кулы и бопа, музей-заповедник Горки-Ленинский и ансамбль «Джазовая мозаика» приглашают 24 сентября в 14:00 на музыкальные сезоны в Горках. Вход свободный.